давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, всем привет, ребятки. И сегодня у нас в Дуге X5 Pro можно купить по бросовой цене за 70 баксов. Переходи по ссылке в описании и покупай телефончик, если тебе нужен, конечно. Итак, Дуги и Медиатек представили обновленную версию смартфона X5 Дуги X5 Pro. По техническим характеристикам обновленный смартфон во многом похож на своего непосредственного предшественника. Он также оснащен 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD 1280 на 720 пикселей, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Что касается нововведений, у Дуги X5 Pro в активе имеется 4-ядерный Mediatek MT6735 с актовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти против 1 ГБ у прошлой модели и 16 ГБ внутренней памяти с поддержкой карт microSD. Так, и 8 ГБ у предшественника. Вместо модуля 3G в новой версии Дуги X5 Pro установлен 4G модуль. Тогда как емкость аккумулятора осталась неизменной, 2400 мАч. Дуги X5 Pro будет поставляться с Android 5.1 из коробки и получил поддержку управления жестами. Ориентировочная стоимость смартфона 80 баксов. Ну, это значит у нас 80 баксов старая цена, он сейчас стоит гораздо дешевле, аж на 10 баксов дешевле. Так что переходим, значит, по ссылочке, как я уже сказал раньше, и смотрим там цену. Аппарат будет поставляться в черном и белом цветах. Вот такие вот дела, ребятки. Всем пока.